трудно контур обозначить событий негативных и сквозных. Когда душа печалью горькой плачет, не получая даже позывных, тогда теряюсь я, пути не зная, к сердцам людским, кто сможет мне помочь. Не верю я сейчас в покой рая, и не гоню раздумий стаи прочь. О, люди, люди, чьи же вы творения? Зачем за вами следует беда? Вместить не может слог стихотворения всех парадоксов жизни холода. В остывших душах, словно льды торосов, бездушные к потребностям земля. А как прекрасны утренние росы и теплый наш открытый добрый взгляд. Я за гармонию в простом и величавом, в большом и малом, в таинствах свечи. Надеюсь, что когда-то повстречаю огонь любви в предутренней ночи. И люди бросят взгляд немного дальше, увидят то, что будет хоть чуть-чуть. День настоящий, будущее наше, детей и внуков обозримый путь. О, люди, люди, чьи же вы творения? Зачем за вами следует беда? Вместить не может слог стихотворения всех парадоксов жизни холода. В остывших душах, словно льды торосов, бездушные к потребностям земля. А как прекрасны утренние росы и теплый наш открытый добрый взгляд.